В Свердловской области завершилась уборочная кампания. Несмотря на засуху, отдельные ее показатели выше прошлогодних. Это касается, например, рапса. В этом году регион начал активно экспортировать его, в том числе в страны СНГ и Китай. Превысил показатели и урожай картофеля. Его собрано без малого 260 тысяч тонн. Это в половину больше прошлого года. А уборочная площадь зерновых культур в этом году составила 310,5 тысяч гектаров. Собранный урожай – важная составляющая продовольственной безопасности. Напомню, в период засухи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах, где посевы пострадали из-за жары. Благодаря этому решению аграриям Среднего Урала удалось избежать штрафов из-за низкой урожайности некоторых видов сельхозкультур. Добавлю, что на поддержку хозяйств Среднего Урала в этом году будет направлено около 5 миллиардов рублей.